Всем привет! Продолжаем установку. Сегодня будем ставить ВЗУ. Кто не знает, что такое, это входящее заправочное устройство. Или впускное. Берем старый шланг. Обрезаем одну сторону и раскручиваем вторую. Так, идем за заправочным устройством вначале. Вот она у меня. Соответственно, она ставится просто вот сюда. Напомню, автомобиль Renault Duster, двигатель 2.0. Откручиваем старое. Не получается. Ничего. Плюс здесь на 17. Наверное, надо идти на тиски. Так, раскрутил. Прикипел он сильно, пришлось в тисках раскручивать. Здесь еще и в нем зажало в нем этот. Скажите, я скажу. Шарик. Если собираетесь хранить, шарик надо вытащить, чтобы он болтался. Прикипел, привалился. Это плохо. Ну и, соответственно, отправляем его на хранение. Так, теперь здесь. Ну, это с этой частью
можно просто пойти попробовать померить. Ну, по всей видимости, вот этот не подойдет. Вариант соединения. Ну а сюда сейчас попробую. Поэтому вот это тоже надо раскручивать. И тоже надо идти наместить на тиски. Так, ну в общем-то раскрутили. Дальше все это дело надеваем. Здесь новый фитинг будет стоять. Грязи не должно быть нигде. Так, сначала делаем гайку. Потом надеваем. Вот эту вот с прорезью бомбу на фитинг. Вот, примерно вот так. И надеваем фитинг на шланг. Выходит туго. Это нормально, так должно быть. Надели до конца, ну и затягиваем гайку. Да, и крутить надо за саму гайку. Поэтому понадобится еще плоскогубцы. Здесь ключ на 18, насколько я помню, да. У меня нет такого ключа, но это не будет. Ну, то есть на 17, но вдолбанный. Тоже не подходит.
чуть-чуть инструмента поднес. Можно вот так. Да, вот здесь вот кстати обычный ключ подойдет. Наверное, 12 или 12. На 12. Ну вот ключ у меня на 19. И вот образом крутим. Ключ отлетел, больше не будет он помогать здесь. Поэтому просто будет вот так. Такой не хочет на 19 работать. Включение на 18, но будем тогда вот эти. Так вот он. Хорошо. Ну вот вроде неплохой на 12 ключ. Но здесь скорее всего просто не 12, а 11. Просто дальше не идет. Я думаю, что все хватит на этом. Так, теперь пробиваем шлангу. Вниз. И дальше нам нужна будет бомба и дельта. Подойдет, я что-то не понимаю, почему золотой не гайки. Не подойдет. Вот
вот этого хитрого должна же быть гайка. А ее нет. Так, одеваю сначала гайку, потом бонку на основу. И запускаем все туда. Здесь как немного красиво. Как она раньше здесь стоит, он куда стоит. Уже стояла. Как устояло. Вот оно и стояло. Если наши перегибы, по-моему, все. Так, друзья, ну вот что получилось. Вот таким вот образом я все сделал. Сейчас мы его снизу закрепим и будем
ну, вводить вот в этот вот второй лучок. Так, друзья, ну вот показываю, да, вот он снизу выход нашего шланга. Сейчас чуть пониже спущусь. Вот он пошел, дальше вот сюда за локер. И вот если отсюда увидите, вон он выходит рядом со стойкой. Ну вот, как-то так. Можно даже будет вот сюда его немножко еще завести, чтобы длину шланга не урезать, и вот здесь его где-нибудь вот так, к примеру, вот так. За это ты вот здесь где-то подцепить. Можно, в принципе, и за балку. Итак, друзья, вот что получилось. Здесь что-то вот наш выход. Дальше шланг пошел и пошел под локер. Здесь его сейчас настрою. Здесь его немного усилил остатками шланга тосольного. Вот шланг. Вот таким вот образом. Для того, чтобы в это место с колеса не летело, и он здесь еще и не перетирался. Так вот это выглядит снизу. Сейчас покажу, как это выглядит под колесом. Вот здесь вот он наш шланг выглядывает. Ну, теперь врезаем лучок. Так, вот сейчас подсвечу. Значит, вот где он выходит. Вот где он выходит, да? Ну, некоторые врезают его и тянут через бензобак. Через входное бензобак. Ну что же, мы отмерили дырочку, пронадфилили, ну а теперь сверлим. Какой-то здесь двойной металл, что ли. Ну да, походу двойной металл. Сверлим дальше. Далее, друзья, берем вот такую насадочку и рассверливаем. Так, ну вот что получилось в итоге. Это все дело сейчас отрабатываем красочкой и в конце герметиком. Так, друзья, придется сначала фитинг прикрутить вот отсюда изнутри. Вот. Можно вставлять сюда. Продолжаем. Так, друзья, ну вот в итоге получилось. Шурупы вот такие. Прикрутил прямо в кузов. Сейчас сам лючок, вот я его шатаю, не шатается. Значит, изнутри смотрим, что здесь под локером проходит шланг, выходит ближе к внешнему основанию автомобиля. Ну и здесь вот так.
Вот таким вот образом получилось. Все герметиком замазал, ну, естественно, испачкал. И сейчас есть еще предложение сверху, чтобы было меньше коррозии, мавилем каким-нибудь добавить. Но это будет после того, как этот самый проверку все пройдет, опрессовку. Когда станет все ясно, что все хорошо, тогда можно будет замовелить. Так, ну по установке ВЗУ все. Кому там есть не понравившиеся моменты, можете их перематывать, все подряд смотреть нет смысла, естественно. Дальше будем тянуть уже сейчас я покажу. В следующем ролике будем тянуть вот этот вот второй шланг, вот он выход, и шнур, соответственно, с вот этого переключать, но с магнитного датчика уровня. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ну и так далее. Всем пока.